здесь как успокоился и смотришь на жизнь уже с другой стороны. Деревом пахнет как-то необъяснимо. Ну, я решил проверить себя и со временем втянулся в это. Мы делаем оснастку деревянную для литейного производства. Если мы им не сделаем, они ничего не отольют. Профессия модельщика – это очень квалифицированная, очень такая тонкая профессия. Не каждый сможет это сделать вручную. Нужно уметь читать чертежи, а нужно это перенести все один к одному на фанеру, а потом уже из этого делать. Моя обязанность входит в сборку моделей после изготовления на станке. Ну, как бы интерес какой-то, когда делаешь своими руками, это интересно очень. Деревом пахнет как-то необъяснимо. Ну, столяр – это мужская профессия, мне кажется. И здесь весело, здесь хорошо, и работа, и стимул есть к чему-то. И, как говорится, это на самом деле чисто настоящая мужская работа. Поначалу, когда только сюда устроился, да, что-то все было страшновато. А потом уже как-то привык к этому, и сейчас уже боязнь никакой нет. Металл. Металл. Это просто надо видеть. Это жидкий металл. Если все хорошо, тут мягко, как с девушкой. А если когда жесткий, то и к нему тоже пожестче. Выплавка стали – это то же самое, как дома варится щи. То же самое. Пленку издираем, как у щи, вот, когда кипит вот щи, мясо, пленку снимаешь с мяса. То же самое, а здесь шлак. Сталевары плавят металл, а я уже после сталеваров заливаю эти формы. Жарко бывает иногда, но мелкие ожоги у всех бывают на этом производстве, так что искр мы уже не боим. Характер вообще должен быть спокойный. У любого из нас. То есть, если здесь начать нервничать, то можно таких дел натворить.